Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы у нас на посмотрелочке игрушечка под названием Super Shot Soccer от разработчика Tecmo и издателя того же самого. 2002 год, игра эта вышла у нас в жанре спорт, футбол, сокер, шмокер. Давайте в опции зайдем, посмотрим, что у нас здесь. А так, нормал 10, клир, экстра матч, ес, ПК, ес, все ес, все ес. Вообще, короче, нормально, да? Окей, ну погнали, я не знаю, что-нибудь посмотрим. International Cup, International League, World Tournament. Да тест матч давай, какая разница, между посмотрелку, мне не прохождалку. Так, кого мы возьмем? Здесь, так понимаю, этот самый убойный футбол с всякими супер, блин, ударами. Я хер того знаю, сейчас будет весело, там заставочка нормальная такая была, да? Так, тут что-то это у этих супер удара нету почему-то. Испания, тут куча всяких этих Great Wall, смотри. Dragon Jump, я хер его знаю. Кого брать? Аргентина, Ямайка. Возьмем, давай, я хер его знаю, кого взять. А что там американцев мало? Так, Португалия, смотри, вот даже Россия есть, ни хрена себе. Что там у них? Сибирский, заморозка сибирская. И Аврора Волк какой-то. Аврора Стена. Так, ну давай возьму кому-то такого невзрачного, чтобы хотя бы три суперудара было. Во, кто это? Уругвай, давай Уругвай, против кого? Против, я не знаю, давай против этих. Или Камерун, давай, против Камеруна. Так, нормал, 10 минут, окей. Погнали, посмотрим, что тут. Так, это мы уже играем. Так, окей, мембер, чем формейшн. Мне не нравится формейшн, давай поменяем на 4-3-3. Вот, defense type, это что такое? А чё, свиппер? А, тут видишь, блин, с вайтскрином ни хрена все криво, ладно. Member change, ну я думаю, member change тут нам не надо, так что мы все погнали, окей. Ну? Блин, на Pro Evolution Soccer похоже, реально. Немножко чуть-чуть совсем. Ну-ка. Тихо, о, чё уже, подожди, а можно как-то эту, о, во, камера, в смысле, так, ага, фар, во, окей, так, я красный, гоу, а что такое S, опа, музычка, даже под музычку, ни хрена себе, серьезно, так, идем, значит, пас, пас, эй, блин, слышь, как забирать там, если есть, а ну, о, управление такое же, как в Pro Evolution, походу, а как там суперудар, я что-то делал, L1, что-то нажимаешь L1, Удар, 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 удар! Блин, в смысле? А как ты? Вот так это самое поймал-то, слышь? А как забить-то? Хай, хай, хай! А ну-ка, сука, стои! Чё это? Нет, 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 нет! Чё это? Чё это? Да что вы? Чё творите? А как тут? А как тут на ход дать? Ай, блядь, на ход дал, сука, дурак. А ну-ка, отдай мяч! Дай, сука, мяч! Дай, сука, мяч! Сука, мяч отдай! Дай, сука, мяч! Сука, мяч отдай! Да что ты такой грёбаный?
Так, побежали. Так, а как... Не та кнопка. Хорош, бежим. А, сука, давай. Футбол это же, блядь. Куда ты пасуешь? А что такое S? Это типа супер чувак? На. Пенальти. В середине поля. Почему бы и нет? Ну-ка. Ядрить! И что это за удар такой, что, и, что блин, может даже любой спарировать его? Что за херня? Чувак, забивай. На нахер! Воу! Воу! Вот это был удар! Я красный, да? Окей, погнали. Да штанга, блин! Добивай! Дутеба забил гол! Простой даже! Капец! Смотри, в штангу попал, нифига себе! А эти что-то тупят прям вообще! Так, нужно какой-то супер... Нужно каким-то суперударом вырубить, просто тупо в шикар! А ну-ка отдай мяч. Ух, нифига себе, вот этот чувак такой напористый у меня, да? Ну-ка отдай ему. Квадратик. Чё это? Вот и чё это было? Это такой супер удар, что, что хер, блин, даже возьмешь. Оп! Оп, блять! Сука, да переключи! Что ты делаешь? Что ты. Пацаны! Вратарь! Ой! В смысле? А как он мне гол забил, если вратарь упал ему в ноги или чё? А ну-ка, подожди. А, он в сторону ушел, ты серьезно? Ладно, киков так киков. Попиздили. Вперед. Всегда вперед, всегда вперед. Футбол всегда вперед. На. А, треугольник. Блять! Чё за удар такой ебанутый? Не треугольником не пользуемся, эта херня. Ну-ка, отдай мяч. Пум. Пум! Пум, блядь! Пум! Еееее! Какой удар! А тут надо пожестче бить, я так... чуваки, хорош по трахушке делать, прям на поле, блядь! Тут надо мощный удар делать! И все будет окей. Так, хорошо, киков, вот это киков самое сложное. Да вот что ты... Как это, блядь? Слышь! Ты падла, им нельзя вообще мяч давать. Потому что они... Ты видал, что делают? Так, у него в этого получается один суперудар, а в этого... Что это за удар? Блять, там удар надо было делать! Где? На! Там было... Это пас, типа, такой заворотушный. Только нахрен он нужен, я не понимаю. Он какой-то неправильный. Да, блин! Что ты перехватываешь-то? Ну, нельзя. Нельзя, говорю. Вот. Да, легко вообще. Just know, CMF, Mamzona, чуджа-паджа-джа-джа, чуджа-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 дж
что ли, на ход? На ходушного удара нет. На! Ох, блин, не успел, прикинь. Да перепасуй кому-нибудь, сучонок. Сейчас этот суперудар как сделать, все, пиздец тебе, чувак. Я тебе отвечаю. Ой, блин, последний остался. Ни хрена себе, вот это заепенил, блин. А чё вратарь мой не поймал-то? Вратарь тоже должен быть суперударщиком. Чё за херня? Так, у этих просто... Получается, вот этот суперудар, у него на X тоже нет ни хрена. У него на X нету ни хрена, просто получается... А, вон написано L1 и плюс суперудары всякие, да? Так, забери. Спасибо. У этого на квадратик только. Да вот же пас вниз, ну что ты как мудень. Да идите, твою мать. Так, тихо-тихо, оп. Да блин, сука. Как же сложно-то, только не суперударь. Спасибо. Побежали. Да блин, не то. Ой, хорош. На. Да ёпте, он ловит просто тупо на раз вообще. Ну, сука, 2-2. 2-2 это плохо. Надо этому дать и... Да, блин, это пас! Уй, он сам себе пасует, что ли? Понятно, окей, я понял. Тихо-тихо, он пасует сам себе. Если он пасует сам себе, это очень сильно хорошо. Но, блядь! Да что ты вообще... Он, ты видал? Он вообще просто тупо даже не двигается. Ему вообще похеру. Ну, вниз! Бей еще! Да что ты?
Пас. Удар. Он вообще даже не... Смотри, как стена. Не двигается просто тупо. Ему в упор лушпаришь, а ему похуй, блядь. Да что такое-то? Где мяч? Давай этому. В смысле Half-Time? 2-2. Ёханый дедижуада. А что такое скорый эксит? Эксит. Так, киков мы слева и справа теперь уже. Блять, вот эта вот хуйня вообще жесткая. Просто капец. Не пройдешь. Ты не пройдешь, блять, говорит. Так. Оп. Да не туда. Ой, хороший пасик. О, блин, перехватил, сучка. Лучше качканутый. Блять, тихо. Где пас, мяч? На. Сложно, очень сложно. Ну-ка, дай этому пас, дай этому дебилу пас. Дай этому дебилу, говорю, пас. Да не тому, ну бей. Да я тебе, твою мать, как ты будешь бить? Почему в центр всегда? Там, где вратарь стоит, ты можешь бить чуть-чуть не туда? Ну вот реально, надо же бить. Сука, не туда. Оп, хорош, так побежали. Бля, не успел. На! Кто где мяч? Сука, я так и думал, что он ему пас даст. Ну-ка, только не суперударь. Так, спокойно. Вот этому. Ну бей еще. Да что ты, вы такие, почему? Почему вы такие мудени, блин? Давайте, 12 минут уже пошло. Нам надо выиграть мяч хотя бы нормально. Так, это у нас самый нормальный чувак. Оп, блядь, не успел. Забери, блядь. Хорош, красавчик. Да красавчик ты, порах плохой. На, блядь. Ва. Беги, суперударщик. Беги, блядь. Так, этот... Блин, вот этот вот, сука, да подождите, не бегите на него. А интересно, суперудар можно долго делать или, ну, часто, в смысле? Да, блядь, почему так-то он не попадает никого? Почему он бьет именно во вратаря, сука? Сколько места ты во вратаря бьешь? Почему ты такой дурак? А? Почему ты такой дурень? Где мяч-то? Пиу! Оп, мяч, а, пацаны! Вы что, издеваетесь? Тихо! Да вон же! Пенальти! Да я, блядь, я не понимаю, он вообще ловит просто как скотина. Я тебе отвечаю, он, ты видишь, что творит? Ему хер забьешь. Ну бей! Сука, там же удар, я тебе клацал сразу же. Как-то надо рассчитать до пенальти. Только все равно он как-то ловит очень сильно жестко. Я вам отвечаю. Ну бей! Да вот что за херня, он почему... А может быть, надо просто у ворот делать, а хер его... О, подожди, сейчас проверим что-нибудь. Да, сука, уложил, блядь. Да, переключи, как РК переключить? Переключи! Эй, как игр... Да, блядь. Так, пасуй вот этому. Да ладно, здесь нету этих выходов, что ли? Я вроде вышел или нет? Как сложно-то, а? Да, блядь, не успел. А как, подожди, а у этих суперудары тоже такие же, да? Получается, у обычных чуваков. У них тоже там чуть на квадратик только. В этого вообще суперудара нет, нихера. Ха, не у всех еще и суперудары есть, круто. Ой, беги, чувак, давай ты успеешь. Пенальти. А тут арбитра нет, я так понимаю, здесь похуй вообще, да? Просто херачишь и все. Окей, да переключи ты, твою мать. Так. Есть! Фу, блин, у меня же палец болит. Хорошо, хоть немножко, блин, уравняли счет. То есть не уравняли, а в принципе сравняли конкретно. Так, пяточкой. А что у тебя? А, я справа, блин, говорю, у этого суперудара нет. А я же справа. Ядрить! А что это за удар, я не понял? Он перевешивает просто или чего? Ой, какой удар мощный, прям Дутеба, ты уже все сдохший просто. Он уже просто без сил.
Да бери мяч ты, сука. Пенальти. А, офсайд есть, смотри, как пенальти. Почему мне все время пенальти летит? Мне всегда пенальти. Давайте мне пенальти, просто пенальти, все, я буду рад. Получается, что офсайды у нас есть, да? Ах ты, сука. Да возьми его в затылок. Да переключи. Оу, все, хана. Нет, не хана, подожди. Подожди еще, еще подожди. Мы еще поиграем с вами. Так, пасик. Вот что это за удар, я хер того прос... Ой, классный пас вообще. Уф. Блин, вот этот на добивание был. Он ловит все подряд, просто уловит. Он все ловит, он сука. Он просто сука, на пас. Ну бей! Да вот что ты, как ты... Я в упор бью, и мяч даже, прикинь, не отскакивает. Он просто его тупо просто на себя берет. Так... В смысле тайма? Подожди, я пофинтилю. Есть, ну мы хотя бы выиграли, прикольно. Есть! 3-2, вот это был напряженный матч. Ой, а там он ребенок какой-то на поле был. Маленький такой. 2-4-6 через каждые 2, где 8-10. Ой, сука. Так, хорош, мы два... Сколько? 30 ударов у меня было по воротам? Ни хера себе за матч. Ты прикинь, 30 ударов за матч, охереть. Давай тест-матч еще разочек, один на коп. И попробуем... давай Бразилию, посмотрим, что у них там есть такое. Против Словении. Давай против Словении. Какая разница? Какая разница против кого? Что у них тут за суперудары? Так, 4-3-2-2. Нет, не хочу. 4-3-3 мне дай. Окей. Где этот, как его? Я уже не помню, кто как где и находится. А чё у них так жизни мало? Смотри. Прям по половине. Роменда. А, так тут все выдуманные персонажи. Так, суперудар какой-то побежал уже. Вот. Это у нас самый главный Роберто Карлос. Вот это, Роберто Девос. Эр Девос. Так, и чё у тебя? А, в смысле, у него суперударов нет. Ух, блядь. Вот это ты, Роберто Карлос, подставился. Желтая карточка, отлично. А чё не красная? Записал. Прикольно. Ой, а как тут пробивать-то? А, Роменда. Это Роналдо, вот это Роналдо. Ой, блядь, сейчас улетит, хуй знает. Да. Блин, а чуть-чуть ты понял, да? Хм. Селимпулик Роменда. Так, а как этот, почему этого супер... А почему суперудар только в одного есть и то? Чё это? Чё это, блядь? Что это было такое? Где мяч? Пацаны. Пацаны, проблемы. Проблемы, пацаны. А, подожди, Роменда. А в чем у них суперударов-то никого нет? Роберт, ты Роберт такой. Че это? У него суперудара, сука, нет! У него нет суперудара. Он типа главный, но у него нет суперудара. Как так-то? Да иди твою мать, что это за хуйня-то такая, блин? А че она не работает? А чё она не работает? Что-то падает сверху. Это, я так понимаю, они делают или что? Но не я же, по-любому. Как? Почему у Роберта Карлоса нету суперудара? Смотри. У него нет суперударов. Да этот ловит все вообще. Просто здесь издали нереально забить просто. Просто чисто нереально. Чисто гипотетически. Так, ты что там, побежал? Ну на. А чё ты будешь... Да вообще, смотри, покер вообще. Он просто бьет во вратаря. Просто во вратаря нахрен. Так, что-то не получается у нас забить. Так и ни у кого суперударов нет, что делать-то? Вот у этого на квадратике есть. И что ты делаешь? Ой, а что было? Подожди, а ты же сдохший. Что ты так сдохший-то? Что это за удар был такой-то, подожди. Ни у кого суперударов нет. Опять. Да, блядь, хотел наебашить. Так, спокойно. Ух ты, блядь. Опа. Да куда ты? Да, нормально. На, блядь. Хорош, отбил хотя бы. Да, блин. Тихо. Что-то хуйню какую-то сделали. Да бей ты, короче, как-нибудь. Где у кого мяч? Роберто Карлос, давай ебашь их, сука, ты ж самый быстрый, сука, в мире, паскудник. Да, блин, вы заколебали со своей волной, это етитной. Что это? Джим, Джом, Джо. И тоже суперудара ни у кого нет, что за херня? Да, блин, бей!
Добейте, сука! Что же вы такие-то будени, а? Вот это был удар! Вот это был удар! Что-то Бразилия вообще не тащит. Я думал, тут, блин, будет покруче. Что-то вообще бразилка не тащит. Блин, да не та кнопка, не успела один нажать. Я-то их давлю, но толку с того, если все равно ничего не получается. Он, короче, этим суперударом дает пас. Чуваку быстрый пас дает, смотри. Туф, а этот резко бьет с завитушкой. Вот это вот все, хана вам, чуваки. Я понял, какой у вас суперудар, все, хана. Так, Роберто Карлос, побежали. Почему у него суперудара-то нет? Ты ж самый модный чувак. Беги быстрее пока. А что это делает, если честно? Ну, в смысле, вот эта вот волна, или что это за херня? Вот что она делает? Она же сверху. Я не вижу, где я. Да, блядь. Что она делает, в принципе? Так, ни у кого суперудара опять нету. У кого мяч? Да он вообще ловит просто. Как ему забить издали-то? Это так нечестно. Так, ты дурень, почему у тебя нету суперудара? У кого есть? Ни у кого нет. Прикинь, все сдохшие. Все, я хана, я без суперударов остался. Давай, ай, блядь. Почему он бьет всегда в центр ворот? Ты можешь ударить хотя бы чуть-чуть дальше? Или в смысле куда-нибудь там, я не знаю. Так, забери у него мяч. Да чему нету суперударов? Как я буду играть-то? Ну забери, блин. Вот у этого есть. Хорош! Вот это все, смотри, если есть суперудар. А он как-то набирается или чего? Потому что не всегда он есть. Не всегда есть суперудар. Что-то у них мало прям ударов, если честно. Так, кто там, в кого мяч? Хо, чувак, ты упал! Прикинь, бежал и упал. Да, слышь, ты Робика завалил. Ты так не делай. Сейчас тебе как дам. Да как ты... Я же уходил в сторону, если по логике должен был уйти. Да, а он же там стоит. А может прямо просто бить? Сейчас я как-то не знаю. Потому что он постоянно бьет во вратаря. Да опять вы со своими... Етитными. На. Ха-ха-ха. Мимо. Как так-то? Надо чуть-чуть издали бить, потому что он прям валит прям нахрен в зрителей. Да куда ты прешь-то? Вот, сука. Ну все, сейчас я как заебашу. Прям издали тебе, сука. Да, сука. Да, ты падла. Ты что ты? Ну-ка, пас мне отдай. Отдай мне мяч, скотина. Здесь есть пенальти. Ну! Мимо, что ли? Да как вы так-то мимо-то етить, твою мать? Как же их, блин, Lost time! Блять, надо как-то пробить. Да он вообще ловит, ему похрен. Селюм пикрин. Да пищи уже, алё, арбитр, ты там что, проглотил свисток, что ли? Так, давай, у меня уже 23 удара, а у них 0. Прикинь. Так, где я? Я справа теперь, ага. Опа, опа. Так, есть удар? Нет удара. Да мне удар нужен. То есть пас, в смысле. Да не туда, чувак. Да как ты ловишь-то? Почему ты не отбиваешь-то? Это неправильно, это физика. Плохая. Очень плохо. Да смотри, он вообще не отбивает, он все просто ловит, он все сейвит. Он просто не отбивает, не надо ему отбивать. Так нахрена вот эта штука? Ну объясните мне, пожалуйста, что оно делает, в принципе? Робика завалили нахрен, алло. Давай вперед. Нету ударов, есть удар. Так, тихо. На, пасуй. Гол, не гол, гол. А, есть. Кто забил? Реджульсен какой-то. Супершот. Смотри, пас. И завертушка. Да, вот завертушкой можно его объебенить, этого гребаного вратаря. Куда ты?
Блин, супер ударишь, а? Так, у этого уже нет ни хрена. Эй, эй. Ой-ой-ой-ой. Навес. Навес, удар, удар, удар. Через себя, нихуя себе. Давай, ой. Блядь, куда ты, куда? Давай, давай, беги. Через себя ты видал, пробил? Сука, пизди его. Пизди его прям в штрафной. Да что ты за своей херню этой гребаной нахрен она нужна, блядь. На, на. На, блядь. Сука, бей. Да куда ты, не туда. Вот это был экшен. Вот тут экшен, вот тут экшен. Вот это реально футбик, вот это фуцик. Тихо. Есть удар, нет удара. Так, ты, Робби, побежал, побежал. Беги, беги, беги. Нету офсайда. Нету офсайда. Блин, да бей же ты его по ногам, почему-нибудь, по жопе бей. Хотя бы на нахер. Блин, да как так-то он вообще все ловит. Нереальные вратари здесь. Здесь только суперударами можно выиграть, и все. Больше никак. Он все ловит просто. Ну, хотя я бью и как этот, как мудень. Но ничего страшного, давай. Джиом, банау. Так, тихо, в кого мяч? Есть суперудар. На, пасуй. Ох ты, сука, перехватил, прикинь. Так, что это? Ну, блин, такое похоже же как на волну, но только она разбивается, не долетая до земли. Что за фигня? Опять суперударов ни у кого нет. Да, 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 что происходит там, блядь? Блин, футбол под музычку, это вообще жесть. Это просто жесть. Да пошел ты нахер! Перекладка! Блин! Прикинь, в перекладку вшибучил. Как так возможно вообще? Да вообще, он мне... Я Роберто Карлсом стреляю, и он должен, блин, ему сшибать ноги. Да это вообще, ты чё, это удар? Ой, не докатится даже. Здесь трение очень сильно большое через траву, я вам отвечаю. Очень большое трение. Так, ну-ка, вперед. Да вперед, я говорю, вперед, блин, сказал, вперед. Опа, хорош, так, побежали. О, есть удар. Блин, а почему он набирается, что ли? Гол! Я не пойму, он набирается или как? Или его не всегда можно использовать? Его, получается, не всегда можно использовать. Этот почему-то суперудар. Куда? Ты, сучонок, хотел пробить. Так, оп. Да, распасовочка, почаще распасовочка, да? Ай. Да куда ты? На, блядь! Да вообще, смотри, он даже не сдвинулся с места, его даже воздухом не сдунул. Он вообще ничего не почувствовал даже. У него перчатки, блин. Да что ты делаешь опять эту хернюшку свою? Ничего не вижу, блядь. Это, блин, это... А чё это, слышь? А чё она не исчезает? А, ее надо было просто пройти. Воу! Хорош, красавчик. Опа! А дай я так сделаю. Не хочешь? Где мяч? Да хотя бы отбей, чувак, в сторону для приличия. Ну, что ты ловишь все? Так же нечестно. Чё за херня, блядь? Оп. Да смотри, он вообще, куда и куда бе... Как бы я с какой позиции не бил, все равно он будет меня доставать. Есть квадратик. Есть! 4-5-0! Отлично, вроде играл, играл, не играл, не играл. Тут херак уже 5-0. Отлично, так, хорошо, забери. А, суперударов нет. Опсика, спокойно. А может тут у кого-нибудь есть? Нет, вообще ни у кого нет суперударов, что за херня? Алло, вообще, почему три кнопки должно быть суперудара? Так, опять этот со своей гребаной херней, не вижу ни хрена из-за нее. Где мяч? Суперударов нет, неудобно смотреть. Там что-то было. Я сейчас не забьет. Конечно же, я так и думал. Ну, переключи мне игрока. Игрочок. Почему он S буква и у него ничего нет? У него должно быть три суперудара как минимум. Оп. Побежал. Побежал. Да побежал, говорю, блин. Фол. Почему фол? Меня свалили. Так, сейчас пробью. Ой, блядь, опять нас на всю.
Да, и толку, смотри, на всю пробил, на всю. Просто чисто на всю. И все равно даже не долетел мяч. Тайм-ап, все, мы выиграли. 5-0, вот это да, вот это да, вот это затащил. Я думал, Роберто Карлоса там будет, знаешь что? Смотри, если у него был... Опять, смотри, мелкий ходит. Если у него суперудар получается, ну, то есть в жизни у него мощный удар, можно было бы ему сделать суперудар, который был с центра поля, ему херачил бы. 40 ударов было, едите твою мать. У них 2 фола, у меня 2 фрикика, и все по нулям, 40 ударов. Это вообще прикольно, классная. Игрушка вообще прикольная, если честно. Блин, ну тот нож... А можно вдвоем? Ой, тут что-то со звуком прям. 1v2 player. Один против одного, да. Ну, короче, возможно, можно в турнир, я не знаю. В общем, короче, ребятки, давайте на этом закончим. Вот такая игрушка под названием Super Shot Soccer на PlayStation 1 2002 года выпуска, да. И игрушка мне понравилась, в принципе, такая с суперударами необычная. А так-то все классно, очень так интересненько, знаешь, сделано так прям, ух, мне понравилось, блин, прям, ну, так ладно. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании, комментируйте, и до встречи в следующей серии, ой, в серии говорю, в следующей игре, которая будет на следующее воскресенье. Все, всем пока.